Во Фрунзенском районе Ярославля проверили качество уборки дворов. Глава администрации Андрей Удальцов лично проконтролировал, как управляющие компании справляются с очисткой от снега дворовых территорий. В первую очередь осматривали, как убраны тротуары, выходы из подъездов, а также проезжие части. В Красноперекопском и Фрунзенском районах порядка 30 единиц техники и 350 дворников. Уборка придомовых территорий усложняется сильной запаркованностью дворов. Если у нас есть замечания, мы эти замечания выдаем управляющей компании. При неисполнении данных замечаний мы направляем материалы или в муниципальную жилищную инспекцию, или в государственную жилищную инспекцию.